Бесплатную юридическую консультацию смогут получить северодвинцы 7 апреля. В рамках дней правовой помощи жители региона встретятся с уполномоченным по правам человека в Архангельской области. Такие консультации проводятся в области ежегодно на протяжении нескольких лет. Впрочем, это не единственный способ получить ответы на вопросы. За прошлый год за юридической консультацией обратились 11 тысяч жителей Поморья. Из них более 600 – северодвинцы. Это и телефонные звонки, и электронные письма. Чаще всего горожан волнуют вопросы, связанные с жилищными правами. Например, переселение из ветхого и аварийного жилья. Последней поступила жалоба от многодетных семей Северодвинска. Они обратились ко мне с тем, чтобы оказать содействие в изменении регионального законодательства, которое бы, как им представляется, упростило эту процедуру предоставления им этих земельных участков. В связи с этим мы проанализировали ситуацию и обратились в областное собрание депутатов. Сегодня к этому добавляются и вопросы с исполнением судебных решений по капитальному ремонту. Обращаются и с трудовыми жалобами. Есть и вопросы, связанные с медицинским обслуживанием. Задать свои северодвинцы смогут 7 апреля в 11:30 в Центральной библиотеке на Ломоносова, 100. Узнать о своих правах по-прежнему можно и по телефонам 8 818 2 20 72 96 и 21 14 62.